Хотя тут какие-нибудь флажки повесили. Ну рассказывайте, что это такое? Это подарок от перемирия. Сегодня утром в интервью Анна Ньюс спрашивали насчет того, насколько сейчас прекращены боевые действия. Ну вот рядом со мной находится реактивный снаряд установки «Смерч». Ну она упала сюда буквально вчера, вот судя по грунту, потому что еще даже вот края воронки, на них остались следы краски, это можно видеть с тыльной стороны. Поэтому мы видим, что никакого перемирия нет, ничего не соблюдается. И обстрелы продолжаются до сих пор. Это свидетельство соблюдения перемирия со стороны украинских военных. С учетом их искусства стрельбы, скажем так, скорее всего, они целились опять по жилым кварталам. Снаряд свежий абсолютно. Могут бить с приблизительно 60 километров, в зависимости от условий. Вот. Это показатель еще также для того, что техника их не отведена на расстояние залпа, возможного залпа. Ну, с учетом того, что мы как раз находимся рядом вот с данным предметом. Пока один, возможно, они хотели произвести какие-то перестрелочные выстрелы. Все возможно. Но на данный момент мы видим этот факт. Не разрешено для использования, в особенности против мирного населения, вообще невзирая на примирие. Это кассетный боеприпас, внутри находится множество поражающих элементов. Они при залпе могут накрывать территорию около 10 гектар. Мы здесь видим один только снаряд. Если бы это были массированные обстрелы, то здесь бы было паханое поле и просто была бы пашня. Ближайший населенный пункт отсюда это город Алчевск, 2 километра. Но это свидетельствует, что, во-первых, при массированном залпе, скорее всего, Алчевск был поражен. И еще свидетельствует о том, что, скорее всего, это пристрелочный был выстрел. То есть они готовятся к массированной атаке на город Алчевск.